Авария произошла на улице Горького около 18:30. Как рассказывают очевидцы, об этом пишут и сразу на нескольких интернет-порталах, водитель мопеда ехал со стороны центра города, не справился с управлением и влетел под автомобиль «Шевроле». Водитель авто не получил никаких повреждений, а вот хозяина мопеда, как рассказывают свидетели, увезла карета скорой помощи. Из-за аварии в центре города образовалась большая пробка.